Приветствую, дорогие друзья! Кто такая Арнелла Мути, наверняка знает почти каждый. А вот то, что у нее есть сестра-близнец, мало кто слышал. Но это не удивительно, ведь почти нигде это не указано, что у знаменитой актрисы вообще есть сестра. Даже на русскоязычной странице Википедии, посвященной Арнелле Мути, нет ни слова об этом. Настоящее имя Арнелла Мути – Франческо Романо Ревелли. Но как только начинающая актриса начала набирать популярность, ей посоветовали взять псевдоним, поскольку на тот момент в итальянском кинематографе уже была знаменитость с подобной фамилией. Когда в сети появилась серия материалов о том, что у Арнеллы Мути есть сестра-близнец Клаудио Ревелли, многие удивились. Почему ее никто не видел? Согласись, сложно было бы не заметить на протяжении всех этих лет копию Арнеллы Мути. Но если покопаться в архивах, то можно найти немало снимков молодой Клаудии Ревелли. В свое время она тоже мечтала стать знаменитой актрисой и так же, как и сестра, пробовала себя в модельном бизнесе. Некоторые, увидев эти снимки, утверждали, что это никакая не сестра, а сама Арнелла. Но удалось найти совместные фото сестер, которые доказывают, что Клаудио Ревелли действительно существует. Но вот только Арнелла и Клаудия не близнецы. Клаудия родилась в 1950 году, а Арнелла в 1955. Несмотря на то, что на некоторых снимках их почти не отличить, факт остается фактом. Клаудия с детства мечтала стать актрисой. Она пошла на кастинг на фильм «Самая красивая женщина» и прихватила с собой Арнеллу для поддержки. Но режиссеры сочли Клаудию слишком блеклой на фоне ее раскрепощенной сестры и предложили роль Арнелле Мути. В результате Клаудии удалось сняться лишь в одном фильме «Два Иуды» и навсегда забыть об актерской карьере. Сложно было конкурировать с собственной сестрой, которая за несколько лет стала настоящей кинозвездой. С тех пор о Клаудии Ревелли ничего не слышно, она перестала пробоваться на новые роли и сниматься для журналов и рекламы. Больше не появлялась на светских мероприятиях. Вполне возможно, что она решила отказаться от желания стать знаменитой в пользу обычной размеренной жизни. Сейчас найти свежие фото Клаудии Ревелли практически невозможно. Ее нет в соцсетях, она не попадается на глаза прессе. Сложно даже сказать, общается ли она с Арнеллой и какие у них взаимоотношения. Но в любом случае, она очень красивая женщина. Надеюсь, вы со мной согласны. Я знаю, ты хочешь меня изнасиловать. Так хоть платье не порвешь. Оно от Финкельмана. Стоит 3 миллиона.